Бренд New Balance в этом году празднует 30-летие своего силуэта New Balance 998. В честь этого события нас ждет целый ряд новых расцветок, коллабораций, например, Kit и New Balance 998, а также возвращение оригинальных классических вариаций 998-х. 998 официально дебютировали в 1993 году с новой амортизирующей технологией Absorb в межподошве. Юбилейная версия New Balance 998-30TH Anniversary предлагает тот же классический серый колорвей и микс сетчатых материалов и хорошей свиной замши. По большей части кроссовки оформлены в нескольких серых оттенках с рефлективным серебристым лого N сбоку. Более светлыми оттенками выделяются шнурки и межподошва Absorb. Черно-серый аутсоль завершает дизайн этой пары. New Balance 998-30TH Anniversary выйдут 12 мая в избранных магазинах, на сайте и у ритейлеров New Balance. Официальная стоимость такой пары составит $185.